Всем привет! Привет, меня зовут Даня. Сегодня мы будем открывать BMW i3. К нам в лапы попала вот такая вот машинка. BMW i3 от китайской фирмы Banbao. В этой серии есть 4 машинки разных расцветок. Мы выбрали вот эту черно-белую машинку с синими вставками. Эта машинка также, если ее откатить немного назад, она должна поехать вперед. Сейчас мы будем ее собирать и играть. И Даник открывает коробку. Вау! Что у нас здесь есть? У нас здесь есть куча деталей. Колеса, двери. Специальные механизмы покрышки. Ну и, конечно же, инструкция. Это как настоящая сложная машина, Даник. Начинаем. Для начала все нужно пооткрывать. Вот такие серебристые колпаки у нашей машины будут. Похоже на плиту. А это ее блестящая крыша. Начнем с колес. Нужно повынимать все диски для машины. И на них нужно нацепить покрышки. Резину, да. Дальше по инструкции нужно собрать корпус. Находим в запчастях днище. Дальше мне нужно присоединить механизм. Вот так он присоединяется, этот механизм. Вот он, да. С помощью этого механизма машина сможет ехать вперед. В горе разных кубиков Даник умудряется найти нужные детали. Дальше по плану задняя часть машины. Все, переходим к следующей странице. Стекла у этой BMW тонированные. Обалдеть, тут есть даже коврики в машину. Кстати, на картинке тут как-то все проще получается. Это закончили, переходим сюда. Супер! Что надо? Давай я тебе буду помогать. Как механическая рука я буду брать детали и давать тебе. Я буду прицеплять. А ты будешь прицеплять. Что там еще надо? Какие детали? Да, три. Вот у механической руки три пальца, да. Ну, есть, наверное, разные механические руки. Это у механической руки автомата три пальца. Вот так вот выглядит задняя часть этой машины. Переходим к фарам. Аккуратненько эти фары нужно присоединить, а то они такие прыгучие. Они у нас чуть не убежали. Они еще и прозрачные, их не видно. Там еще сиденья такие, да. Сиденья паровозиками, да. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ту-ту. И теперь переднюю часть Даник присоединяет. Там получается вот этот механизм, который позволяет разогнать машину. Его надо закрыть. Да. Похоже на электромотор какой-то. Да, электромотор. Теперь Даник закроет мотор. Чтобы все было красиво в багажнике, да? Не видно было, чтобы этого мотора. Теперь прицепим боковины в передней части машины, под которые прицепляются колеса. А дальше Даник прицепляет фары. Кстати, BMW i3 – это электромобиль. По-настоящему. Как я знала. Что у нас дальше по плану, Даник? Кстати, это то, что я обозвала ковриками для машины. Это совсем не коврики, да. Это вставляется в двери машины.
Я только сейчас заметила, что эта машинка, она двудверная, Даник. Представляешь? Только две двери у настоящей машинки такой. Машинка очень классная. Там сзади три сиденья? Да. Это не сплошное кресло, это три сиденья по отдельности, что ли, получается? Теперь самое классное. Двери. Двери почему-то у Даника вызвали особый восторг. Потому что двери у этой машины открываются. И закрываются. Надо в двери положить. И сейчас Даник вставляет двери в стекла. Ой. Сейчас Даник вставляет стекла в двери. Как красиво получается. Сейчас нужно двери приварить. Я думаю, там сверху зажмутся эти конструкции, и двери отпадать не должны вот так. Капот прицепляется. И он тоже открывается и закрывается? Вот это да. Теперь очередь сидений. Я тут как-то не заметила, а деталей резко стало меньше. Что у нас здесь осталось? У нас здесь остались колеса, стекла, приборная панель, и я не знаю, что это. Если это не коврик, тогда что это? Мне кажется, это должно вставляться в дверь, Даник, в переднюю. Ой, тогда зачем прицепил? Не знаю. Прицепляем капот и багажник. Прицепляем оставшиеся стекла. Мне кажется, если бы мальчишки в школе машины собирали, они бы из школы не выходили, они бы там жили. Рулик, такой маленький рулик, прицепляем к приборной панели. А она вставляется в... вот сюда. Одна дверка готова. И вторая тоже. А теперь прицепим двери к машине. Класс. Ну, теперь нужно прицепить кузов машины. Следующим идет лобовое стекло, которое, кстати, закрепляет двери. Отлично. И что у нас осталось? Капот. И у нас остался капот. Отлично. Ну вот и все, осталось прицепить колеса. А с задней стороны обложки зачем-то нарисовали дорогу. Мне уже не терпится проверить, как она есть. Давай. Ох ты какая, хватай ее. Если вам нравится собирать машины, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.